Костя, знаете ли вы, чем гладили в старину? Вот такими штуками. Правильно, гладили скалкой и рубилем. Рубель – это деревянная доска. С одной стороны она была гладкая и иногда украшалась узорами, а с другой стороны вырезали зубчики. Чтобы ее погладить, девушка, ну или женщина, должна была на скалку намотать тугой сверток из ткани. А затем взять рубель и, надавливая на него, гладить. В старину от женщин требовалось большое усилие, чтобы погладить, так как это была очень сложная работа. И нужно было прогладить все морщинки, складочки, да. А вообще зачем надо было гладить? Ну, чтобы не ходить в мятом. Нет, как сейчас обеззараживание утюгом, а тут-то смысл какой? То же самое. Нет, а как?